Чё, початок? Да, прям так сразу. На какой сложности? Кем тебе удобнее играть? В принципе, у нас Минотавр намного лучше справляется с мотоциклами. У меня харды самые тяжелые. Хард. Давай. Лево, право. Что налево? Сразу? Сразу. Не проматывай только. Все равно косвали. Думал, больше очков за него. Ты вообще не лучше меня, да? Конечно. Забирай, я могу. Ну я пока вот увидел, то успел. Почти, но не только на. Почти всего лишь разница. Ничего, можешь потом перегонишь как-нибудь, когда я сдохну. Эх, блин. Нет, я тебе его отправил, думал, он разломается, а он не разломался. Ты, блин. Помешал. Come on.
Что я сделал? Я просто убил. Какой момент? Я другой съем. Да блин, опять свои испутал. Там непонятно. Нет, я его дропкиком. Я его тоже мог добить. Я его дропкиком навел, я это сделал. Ладно, ладно. Мэлсоны. Эти. Братья, ты мне не дал его захватить, хотя он был один. Ну, я еще протупил. Доделал комбу. Всех раздолбил. Так, смотри аккуратно, сейчас появится. Я помню. Почти. Опять меня отправить в полет. Делай, делай, друг. Не, дядька, вы ее тупо. Не настолько. Фух. Есть! Успел! Добей его! Добей его! Убей его! Ну туси! Блин, он за камеру заехал! Жалко, что тут секции нету. Было бы клево. Сколько? Ну на этот раз не перегонишь. Уже намного. Но по общему счету точно нет, а по этапам может еще перегонишь. Не уверен. Решили привал устроить. Отдыхнуть, так сказать. Чпок, все, твой свалился. Да моя вон еще стоит спокойно. Твой хиленький какой-то. Блин, даже свалилась. На картоны села и рожа в землю. Ну видишь, на мою тушь хотя бы одного человека надо, на твою двоих. Ну это мускулы!
Да, ни капли жира. Даже непонятно, армрестлингом занимался или только рестлингом? Скорее всего, чем. Солидный мужик. Точнее, мужик-животное. Бык. Да. Мужикотавр. Дай ей полежать, она устала с дороги. Либо ты гора мышц, либо я. Очнулась наконец. Дедок поникший, бедолага. Ситуация все накаляется, накаляется. А мы повеселимся. Так, теперь встает вопрос, что мы будем делать? Помогать ей ехать. Если не помогать ей, то можно прокатиться на мотоциклах. Но если ей помочь, то поедем на грузовиках. На грузовике, точнее. И там мы сразимся с двумя боссами, которые могли бы сразиться. Скорее, мини-боссами, которые могли бы сразиться. Мы сразимся сразу двумя с двумя боссами. Мини-боссами. Босс в конце. Вот так это вот босс. Поехали на мотоцикл. Согласен. В принципе, хотел. Я отойду подальше. Все, я спрятался. Куда ты спрятался? Я отвернулся. Да ты ищи. Чего на самом фоне вообще нарисовано? Земля. Обетованная. Нет, там что-то это есть. Не зевай! Шаги встают! Сальным образом! Я сейчас валюсь! Фу! У него жизнь там осталась. Хватай меня. Я растерялся. А, грубо говоря. Если мне дадут, я взял. Я ведь сказала, она твоя. Моя труба. Слушай, яблочко, только не ходи козлёнком. Они все равно здесь появились. А, точно. Дай. На! Голове вам не включали. А, я могу его еще раз обойти. Так, я избавлю от этого. Блин, я налетел на удар. Первая жизнь будет. Она еще живая? А, у нее жизнь. Блин, первую жизнь прислал. Как так? Да, все равно тебе. А не. Перегнал. Да ну как? Просто потому что жизнь не потерял, как я. Я в шоке, я смог. На третьем этапе. Ага. Сейчас за что-то изменяется. Ну да, надо было ее сначала послушать. По самому плохому пути идем, можно сказать. А, нет, там есть еще один выбор, в который тоже приходится плохой выбор делать.
это обещанный мотоцикл. Правда, не знаю, как ты будешь сидеть на своем-то байке. Ну да, я вообще с него должен грохаться. И вообще еле ехать. Видеть свои скорости. Вообще нечестно. Ты тушишь еще. У тебя, блин, персонаж тушит. Еще так. А катает, блин, как бог на моем мопеде. У меня розовый. А у меня красненький. Заразы. Зато я из Mortal Kombat. Похож. Лучше я на этом уровне зарабатываю больше очков. Я тебя и гоню. Чё так много на это будет? Нормально. Да здесь. Блин, нифига ты меня перегнал. Так. Ух ты ж. А у тебя переднего плана. А то. Блин, переплюнул. Да. В смысле? А по очкам я рулю. Это за то, что я побеждал больше, и Макс Комбо все-таки у меня зачастую больше почему-то, не знаю. Это как обычно с мечтами мастерства было. Не, какие четыре, каких четыре? Да, если... Че ты сдохла? Да, она с одного ножа. Открываем все решетки. Давай вот устроим мощную такую мордобойную. Ну все, я пошел раз. Это вроде бы это. А, нет, тут это. Вот здесь это. А, у меня уже тут форма. Чуть не забыл. Девчата, вы свободные. Нормально. О, здоровый какой! Кабан! Каратышка. Да, конечно. Ай, забыл! Футера! С формой! Поехал! Лови! Да блин, куда ты его швырнул? Не трогай. Если раздробить крысу благодаря ножу? Ножам! Не пробовал. Избить, а потом просто ты в полете бросануть ножу. А то уже разрубится на кости. Я пока возьми. Ах,
Нифига нагло! Да меня там, блин, это... Загвардили и отбили. Ну здесь хотя бы уже сломанная дверь. Да, специально для тебя придумали. А что только там? Хотя там тоже есть небольшой толстенький. Прямо от правой части экрана. Сейчас. О, видишь, какой толстенький котяра. У меня мускулы, у него живут. У тебя мускулы, у него жир. Ненавижу этого босса. Вроде как разобрался после играться, да? Да ладно тебе, подумаешь? Ля-ля-ля. 6 полосок жизни, да, подумаешь? Назад! Назад, назад, я его ловлю. Специально воздушная комбинация! Назад! Ты словил на один удар! Назад не подходи! Еще один нападает! Словил! Да он слишком быстро падает. Ну, поймал, назад, 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 назад. Так. Ты меня бесишь! Назад! Ой, у него Санос на один удар. Короче, он меня достал, я психанул и ударил. Почти... Ну, ты по-любому меня. А не, да ну как? Да ладно! Да ладно! Ну, видимо, больше закатал. Ура! Накромсал там косточек. Об стенку. Пультой. Пошли давай. Медленный. Хотя бы бегать можешь, а я бежать. Ну я и люблю ловкость. Ловкость рук никогда не мошенничества. Я уже на многих играю только за границей. Из-за них играю лучше в основном в РПГ и файтинг. Да ладно. Ты забыл, что я про РПГшки еще не хотел. Да, но больше ты играешь, во-первых, на PlayStation с Улкариву, а потом наяриваешь за обилием. Надо же разнообразить. А это стратежка и она с другой стороны вылетела. Я же сказал, дядя. Должны вылететь, значит, должны. Летит. Я только готовился час год провести, и ты берешь у меня цель забираешь. Ну что поделаешь? Как всегда забираешь. Нужно приждать надо. А, я попробую. Так, куда пойдем? Через город. Мое нелюбимое место. Туса, для тебя любимое место? Я забыл доберманов. Но он слабенький, в отличие от тех, которые вы в конце. Да, здрасте, приехали. Те, которые у входа стоят, как раз таки те, которые будут в конце. Ну и ладно, да, мы справимся, это тоже.
Красиво. Возможно. За еду тоже дополнительные очки даются? Но если только ты полностью здоровый, тогда даешь. Блин, зараза. И опять тебе больше очков. Твоих так мало, но два удара. А, блин, мама... Это твоих два удара. 14 ударов, это твои... Да, 14 моих ударов. Притом, ты даже за спешила. Идем, 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 а то сейчас заблокируем. А, кстати, да, как обычно. Красиво за джазбардил. Я даже не знаю, как это делать. Я случайно. Не всегда. Всегда я парирую в играх или блокирую, это случайно. Да блин, только поднял бумеранг у меня тут на. Заберу. Пригодится. Оружие оставь. Сейчас вот на нее все потратим. Так что бери сразу ножи. Я буду лезть. Я не хочу бросить ее, кажется, но я бы поставил. Да ё-моё, второй раз уже! Ай, я бумеранг хочу! Ты снес уже половину хп и идёт. Ещё сейчас снесу. Да. Вот и Дианы, Наги, вот практически такие же, как у нашей Гал. Сделал ульту на ней. Нет. Все. Эфи. Да блин, как можно долго дубасить этого босса, чтобы он разломался, мне вот интересно. Никак, потому что сейчас будет диалог с ним. По-любому невозможно. Ну да, по-любому невозможно, потому что он в мигающем состоянии так и осталось. Интересно, если бы ее на косточки разломать. Ничего бы не было. А может она воскресла бы. А может реально можно разломать, но типа это... Видимо... Диалога не будет. Видимо с теми, у кого диалог... А как тогда летучую мышь мы могли уничтожить? И мух генералов, которые на грузовике. Там-то тоже могли их уничтожить, разломать. Но у них диалога не было. И они хрупче. Да. Все, свалилось. Дайте отдохнуть. Идите дальше. Сначала ты не пройдешь, а потом проходи. Проходи, пока стремись. Да дай полежать спокойно. Вот я этих доберманов и терпеть не могу. Как там это называется? Блин.
Солнце у меня валяется. Солнце. Эль де Буэль же вроде? Эль Пизан де Буэль. Эль Пизан де Буэль. Начал бить кота, сломал стол, а потом котом сломал стол. Нет, я поймаю. Яблоко съешь. Блин, не в ту сторону. Обой. Извини, я тут своего послал. Успокаивай. Стой, стой, еще стол. О, сейчас начнется. Тут что-то блестит. Что это? Ножик. Сейчас начнется. Забирай. Вот, нет. Да, весело. И два тебе сюда. А, ну это кто мило? Нет, это кого? И Ромеро. Блин, я припечатал. Правый Ромеро. Я тоже туда хочу. Это, походу, я разломал. Хотя, может, ты. Направо, направо. Да, блин, у них короткие руки. Все равно направо идем. Не хватает только карт на столе. И выпивки, и нормально. Гвинт из ведьмака. Ага. Ладно, потом заберешь. Не перематывай. Сразу забери потом. Я его на себя отвлеку. Хватить хотел эту громилу и хотел взять. Громила против своего громила. Как будто полоски, у него одна полоска. Ну вон, 3x. Слева, справа. Я же смотрю по на ту полоску. Я по нижней смотрю всегда. Ну по нижней не знаю, но я больше буду смотреть на остатки жизни противника. Добивай! Нифига он сразу! На, отправляю тебе! Смотри. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Да! Да, ты смог! Ура! Который раз ты уже смог! Да, только у тебя все равно на три жизни больше. Пачка.
и по очкам у него, в общем, больше. А все потому, что я могу делать длинные комбинации. Впервые посмотрел на правую стену. Сколько раз уже играл? Больше 20? А ничего, что она так же одета? Да, только тут длинные зеленые волосы. Ну и нормально. А здесь желтые. Здесь фиолетовые вот как одеты, а здесь красные. Там нескучные диалоги. Да. Женщина половину делает. Могу прочитать? Ты! Ну, сейчас. Пойдем на остров. Вот что такое вот то последнее слово? Версинки или как там? Ну что это такое? Я кое-что узнаю. Если еще не проходи. О, песок! Ой, я ненавижу этот этап! Да, вот точно заноза еще там. А кроме всего, кроме того, нам же потом еще придется использовать их не крутые скины. Ай, три раза. Мне же спасибо, что отправил, да? Да, блин. Я только ее схватил, и ты перебиваешь как раз. Нормально. Блин, забирай, забирай, забирай! Я его сломал. Сломал, сломал. Дропкиком. Ой. Да вы чё, издеваетесь надо мной? Я не знаю. Ты ж меня отправил в небеса. А у меня брат Тони ещё не в доме. Брат Тони ещё не в доме. Я не в доме. Начинают эти буры. Ма. Это не петухи, это буры. Нет! Ты! Нет! Разломал! Жалко, обедать не могу, сейчас бы добил. Не, ну ты можешь ускориться. Я так, могу дальше, но это сильно меня. Я возьму, а то у меня жизни нету. Я там в этой, пока за твоей спиной стоял, ладно. Я даже двигаюсь медленнее обычно. Как зараза, разбежались. Рыбка плывет, рыбка! Да, нафиг, черепаха! Или ты череп... С радикальной мощью боевых черепах. А, блин! Вот здесь, когда они по мной падают, и летят! Есть, конечно, способ от них убрать. Ох ты, блин, нифига, как мне подключается.
поймал идеально. Предложил, только не смог. Запинали его просто. И я по-любому меньше, чем ты, поскольку я два раза сдох. У них ого, что-то я много уже жизик сохранил. 7 штук. Ага, только что одну получил. Окей, не победи. Так, пожалуйста, не трогай наши супер радикальные скутеры. Или, забыл, как эта штука называется. Тебе подсветка. Доска для серфинга, во. Левая, тебе подсветка. Погнали. Слушай, как ты вообще стоишь на этой доске? Ты же здоровый, как не знаю. Да хватит говорить о моем весе, это мускулы. Мускул. Ничего не могу поделать, я не тренировался. Или переел чего-нибудь. Да, переел прибубки. Красиво поймал, только, блин. У них есть одна особенность, такие приземляются намного быстрее, чем остальные. Много чего на экране. Только. Ну как так? Помните. Ненавижу. Три Джаз Дуарда и два там, блин, подряд сделал. Вот ненавижу там противника тоже. Бесит. Слева, справа и оба заметь сторону. Нам главное до ниндзя это прожить. А не последний. Нифига ты там отправил их. Так, до ниндзя добрались, сейчас еще вторая пачка. Да, самый опасный слово. То ли это особенность Кейта, то ли это особенность меня. Вот и я жизнь потратил. Помогаю! Есть! С небольшим переездом я тебя перегнал. Из-за максимального дома. Может, тебе его проще делать? Ну да. О, все, самые тяжелые эти. Сколько там у нас? Три. А, нет, две. Это самая длинная, короче, кажется. Да, это самая длинная. Нашли повод. Это только хард! А мы даже хард проходили. Я же в полете! Зачем говорю? Да хватит меня бить! Я на другой плоскости стоял. Сейчас. По направлению к атаке противника. А вообще в любую сторону. Главное, чтобы в точности, когда на тебя противник. Блин, за этой парой ничего не видно. Ты чё, уже всё? Да, уже всё. Вставай, чё разлёгся?
Говорю, что давай. Дай полежать. Потом наляжешься. Сначала пройдем, потом можешь лежать сколько влезет. Я живу 5 часов, не рано в школу. Сейчас я слегу с курицы, наверное, тебе отдам. Сейчас будет в том моменте. Давай, вставай, помогай. А то я тут один, надо тяжеловато. Да, как ты заходил? Ой, это было тяжело. Ну ты смог. Держись, как далась. Все. Ну, давай, я сбегу. Да идем, идем. Забирай и мужик. Меня тут протащили по всем этим мотоциклам. И еще таскают. Ай! Первый удар. Ты что, уже держись? А, уже потерял. Ну две, вчера. Прошло вчера. Короче, после предыдущего этапа пробили. Ну чё жив? Кошак! Второй кошак! Всех раздолбил. Я разбираюсь, что ты лучше, чтобы ты просто... Блин, потратил пустую.
пойти по самой сложной концовке. Он наглый! По самой простой или? По самой сложной, но самой доброй. Где мы всех... нет, там не все спали. Там в любом случае. О, переплёл на этот раз. Ура! Фух, месиво. Еще две штуки. Последние нет, это последние. Разве? Да. А сами ленты просто... Это не отдельно, они взаимосвязаны. Да. Весь замок нет? Да. Пошли, раздохся. Дыхать потом будешь, когда воздух завалишь. Ну, это ж пар, да, здесь нет пара. Я забыл, что я это, перепутал моменты. У тебя жизик нет, а у меня есть. Сейчас за перегнал, очкам свет, если жизни нет. Да, но по общему счету ты не перегнал. Просто ты разносишь? Ну, не знаешь, по общему счету я близко с тобой. Сколько радости, Рикардо. Как ты посмел меня одного оставить? Ну ты этого гордости проходи! Я воспользовался тактическим преимуществом. Бери. Чат убить на не подходил, не подкрыл, а смелость подойти. Вот так вот. 91, у меня 5.
постарался и получать урон, и не сразу учи своего собрата! Он плохой! А мне не брат, он мучает людей. Забирай. Цель поместили кота и... Назад. Да ё-моё. Сколько его не мутусь, он всё равно не ломается. Ну мы один раз ломали, точно. Нет, этого не ломали. Блин, я его хотел в мотоцикл отправить. Из общей кучки пришла. Мы себе уже побили, что ты сюда опять не бросил? Я все получил. Ура! Мы же не знаем, что происходило в этот момент. Да какой это потайной ход, если мы поднимаемся на лифте и приходим сюда? Или там специально либо за нами лифтом, либо специально в высоте, где дырка? Нет, просто они собираются на какой-то последний этаж, или на какой-то определенный этаж, а потом через туннели, по трубам там, или еще почему-нибудь. Красиво взял. Но дорога выглядит точно так же, когда мы на лифте поднялись. Нам взяла... Здесь мамушка. Блин, просто... Разноси! Так, у меня много жизней, надо не про это, не просрать их. Доберманы! Стой, 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 назад, назад. А у меня наша тактика ладно. Вот эти должны сейчас ножи сбежать. Хоба! Он на тебя идет, короче. Вот везучий! Я? Ты. Ой! А, ну ладно. С одним не с двумя разбираться. Стой, я с разбегу сейчас. Залечу его. Падла. Все. Ну чё, босс? Его имя босс? В натуре босс. И он the boss. Ой, я это думала. Пайцы фугли, как это? Дисгрейс, что это? Разочарование. Мисери.
something. Ulrich. Arguments or facts. Аргументы и факты. Выбирайте нашу газету. Да это леопардычи, а не львовичи. Я ж перебивал! Назад! Сейчас полетим! Эх, с вертушки! Да ты прямо из ниоткуда, прям с неба сваливаешься! Из потолка! Чё глаза закрыл? Открой давай! Персонали... Персонали? Это единственный персонаж в этой игре, который использует поразительство, который может стрелять, это чёрный пулемёт. Я только что встал, как у меня так КБ-шка оказалась, мама? Ну, ничего, что у тебя жизни не было. Ну, все равно так мало. Фух. Справились. Ура. Без продолжения. Не горди, ты. Это мы так долго не играли. За победу на харде ты получишь... Одну монету за каждые 300 очков, а у нас их 845 100. 2 800 в нашу копилку. Не миллионеры, но что-то имеем. 46 минут, 12 этапов. С тебя шоколадка. С тебя 10. С тебя сотни. С тебя 1000. С тебя миллион. С тебя бесконечно. А с тебя бесконечно умножить на бесконечно. И с тебя бесконечно, еще раз на бесконечно, и поделить на бесконечно, и еще раз умножить на бесконечно, сложить бесконечно и вычесть бесконечно. Ну тогда бесконечно умножить на миллион бесконечно. Бесконечно сама по себе бесконечно. Смысл ее бесконечно на бесконечно делать. Уже получили бесконечно. Кстати, у самой бесконечности есть конец. Если ее разрезать, будет конец. Будет два окончания. Положительное и отрицательное.
бум. Чё-то какой-то слабенький грохот. А, чё, куда? Да, что развалится весь. Сваливаем! Я не бегу, я дэшаю. Так, сейчас здесь наша девуля придет. Ну, наверное. Она там шпион? Шпион. А может и не придет. Должна, мы ее спасли. Ну, спасли, это еще не значит, что мы это ее можем увидеть. Тут же концовки разные, не забывай. Ну, выходи давай. Дальше. Выйди, я уверен, ты выйдешь. Пожалуйста. Ты должна выйти. Чтобы я был прав. Она рассуждает на тему жестокости. Должна она выйти. Она должна сказать, что это может быть еще не конец. Что она может. Кроме еще одного, пока что кого-то я опять опечален. Хоп, фалли, это что? Кажется, это было безнадежно. Так оно переводится. Могу ошибаться. Не лазурный, а просто лазурная подсветка. Ну да, белый джойстик и лазурная подсветка. И черный. Но можно ли было это избежать? Too late. Видишь, не вышло. Она меня подвела. Да, конечно. Ну, мы же ее спасли. Ну, спасли, и что? Как думает перевести? Очень плохо. Да, слишком плохо. Тогда уж правильно. Ладно, вот это можно в один момент промотать. Так, монет. Все, больше не буду. Сива Геймс Дэйв. Так, все, мы закончили. С прохождением концовки еда. Так, сначала зайдем в магазин. Сначала в экспресс. Здравствуйте. Воздушные атаки байкера. Так, экстра персонажи. Надо еще пятерых закатать, бомберменов. Бомберменов. Три таких девочек крутых. Диана. Которые... Ага. Это только что получили. Еще 6 летучих мышей. Еще... Еще... 5 черепах. Да. 7 этих, блин, с ножичком. Воров. Которых... И 3 босса. Так, теперь поддоны. Чаем. Stage practice. Чё купим? Time attack. Survival mod. Как ты любишь time attack? Да, обожаю. Ну, ладно, это stage practice. Turbo speed пока не можем. Всё. Чё, есть костюм? А у тебя?
купить тебе такой. Давай. Ну, зеленого фонаря мне не надо. Ладно, все равно денег хватит на то и на то. Да и себе купи. Еще и себе куплю. И тоже хватит на то и на то. Зеленый берет. А, не, зеленые повязки. Всего мне нравится та, которую ты играл. Там есть еще другая раскраска. Точно знаю. Я хочу вот эту вот, которая справа от нас. Куда? Чё, куда? Вышел. А, сюда? Да, значит, да путь только начался. Да. Куда мы семь успели? Это, наверное, я успел сделать, может. Семь? Вот так, получилось. Как-то. Давай, закругляться. Всем счастливо. До свидания.